Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре мы с вами ознакомимся с банкнотой достоинством в 5 сум 1994 года Республики Узбекистан. Эта банкнота изготовлена на белой бумаге размером 142 на 69 мм. Преобладающие цвета мы видим на лицевой стороне синий и красно-бурый. В центральной части банкноты над архитектурным фрагментом башни Минараи Колон в городе Бухаре на белом круглом фоне расположен герб Республики Узбекистан, исполненный синим цветом. С двух сторон герба в орнаментном узоре геометрические формы изображены две птицы симурф сине-белого цвета. Под гербом на фоне архитектурной детали изображена декоративная цифра 5 белого цвета с темно-синей тенью. И под ней текст «Бешсум» белого цвета с темно-синей тенью. Между цифрами 5 в расположенной посередине рамке охристого цвета имеются тексты в две строки, исполненные синим цветом. В правой нижней части банкноты изображен орнамент, в середине которого на зеленом фоне розетки имеется цифра 5 белого цвета, окантованная линией светло-коричневого цвета. Над розеткой расположена цифра 1994 светло-коричневого цвета, обозначающая год выпуска банкноты. Между двумя красно-синего цвета полосками боковых сторон основной рамки расположен непрерывный микротекст сине-красного цвета, видимый с помощью лупы. Внизу центральной части банкноты на ажурном геометрическом фоне сине-голубого цвета по бокам башни Минараи Колон имеются две цифры 5, исполненные скрытой печатью и видимые при преломлении лучей солнца или света. В левой рамке банкноты в верхней ее части, а также в правой рамке в нижней ее части имеется семизначный номер с двухбуквенной серией латинского алфавита, исполненный черным цветом. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота с реверсной стороны. Так выглядит банкнота с реверсной стороны. На обратной стороне банкноты изображена архитектурно-скульптурная композиция с монументом Алишера Наваи, установленная в Национальном парке города Ташкента. Памятник исполнен синим цветом и изображен на фоне неба светло-голубого цвета, переходящего к середине в сиреневый. В уголках нижней части рисунка внутри рамки расположены две орнаментальные розетки голубого цвета, в середине которых изображена цифра 5 белого цвета с линейной окантовкой синего цвета. Между ними помещена рамка охристого цвета, в которой в две строчки размещен текст. В центре банкноты имеется противокопировальная печать в виде знака X. Под воздействием ультрафиолетовых лучей на лицевой стороне в центре банкноты светится цифра 5, в центральной рамке светло-охристый цвет. Серия и номер банкноты темно-зеленого цвета на оборотной стороне в центре нижней части детали, изображенные светло-охристым цветом, зеленые и голубые волокна. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота на просвечивание, какие есть у банкноты водяные знаки. Так, вот мы с вами видим, как выглядит банкнота на просвечивание. На широком белом поле с правой стороны банкноты имеется локальный водяной знак с изображением герба Республики Узбекистан. Давайте мы его увеличим. Вот он. С левой стороны банкноты по всей ширине банкноты впрессована защитная нить, имеющая многократно повторяющий текст белого цвета «Узбекистан»,
с чередованием прямого и наклонного расположения букв. Вот такая была у нас сегодня в обзоре банкнота. Вся в восточных узорах, по-восточному расписанная. Неудивительно, это банкнота Республики Узбекистан. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!